В Казахстане завершился первый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Утром прошла двусторонняя встреча между представителями Ирана и Китая, а также внутреннее заседание шестерки посредников. Это первые переговоры с июня прошлого года об очередной попытке усмирить ядерные амбиции Ирана в материале Нины Шамуги. Новое предложение Тегерану озвучат в Казахстане. В Центральноазиатском государстве стартовал очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Группа мировых держав полна решимости работать над дипломатическим решением иранской ядерной проблемы. Тегеран должен понять, что необходимо предпринять конкретные шаги по сближению позиций для достижения прогресса и доверия между сторонами. Встреча в Алматы – возможность прийти к согласию. Какова будет реакция Ирана, который до сегодняшнего дня не отличался уступчивостью, остается только гадать. Тегеран, по мнению американских экспертов, пытается использовать переговоры для усиления своего политического влияния. В Исламской республике было достаточно шансов убедить общественность в мирной направленности своей ядерной программы. Однако Тегеран предпочитает использовать атом в качестве инструмента, при помощи которого можно добиться уступок от западных государств. В том, что ядерная программа Ирана имеет политическое измерение, уверены и в Израиле. Бывший министр иностранных дел страны Авигдор Либерман призвал мировое сообщество отказаться от экономических санкций в отношении Тегерана и перейти к более решительным действиям. У нас нет никаких иллюзий относительно военного характера иранской ядерной программы. Режим аятолл тянет время для того, чтобы, обретя атакующий ядерный потенциал, поставить мир перед свершившимся фактом. Необходимо обуздать радикальный режим, который стремится к атомной бомбе. Переговоры не обещают быть легкими. Вашингтон накануне четко обозначил свою позицию. В Белом доме полагают, наращивание Тегераном ядерного потенциала вызовет дальнейшее обострение конфликта вокруг иранской ядерной программы и станет очередным нарушением норм МАГАТЭ и резолюции Совета Безопасности ООН. Нина Шамуги, RTVI.